Короче, слухи. Поделившись новостью, он, вероятно, обрадует многих поклонников этой звездной пары. Роман шоумена со звездой сериала «Папины дочки» в свое время обсуждался повсеместно. В определенный момент казалось, что Овербух не решится на серьезный шаг. Но его стремление быть счастливым рядом со своей возлюбленной оказалось сильнее, чем языки критиков. Сыграв свадьбу на радость поклонникам и назло неугомонным хейтерам, пара уже вскоре обзавелась общим ребенком. Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного пополнения в семье, Илья Овербух теперь утверждает это с уверенностью. Оказалось, что у него и Лизы Арзамасовой точно будет второй ребенок. 3 года счастья. Я думаю, многие, прочитав это, тоже скажут: «Как так? Только вчера обсуждали, что они вместе, а уже 3 года, и ребенку 2. Время летит. Давайте желать друг другу побольше добра, поменьше скепсиса и домыслов». Такие мысли есть. Но на все, как говорится, воля Божья. В принципе, останавливаться на одном ребенке не собираемся, признался Илья. Любите свою жизнь и подписывайтесь.